Друзья, вы не поверите. Да, это я. Точнее, в это точно поверите. Но сегодня у нас 14-12-2020 год. Я опять в легкой кофточке, без шапочки, без перчаточек. Хотя обещают, что у нас придет похолодание все-таки, но потом. Давайте сегодня радоваться солнышку, теплу и температуре в 24 градуса в данный момент. Мне кажется, что больше. Мне кажется, даже сегодня теплее, чем было вчера. Мы находимся на GMT. Сегодня дневного эфира не будет, сегодня будет чисто видеосюжет. Ну, хотя, может быть, я потом от GMT доеду на машине, а потом тогда выйдет этот видеосюжет о том, какая у нас погода, какая красота и радость жизни. Давайте вместе с вами прогуляемся. Надеюсь, что у нас все получится. Так, у нас что можно сказать? На GMT в районе первого проезда мы находимся, и по просьбам вчерашним пойдем на первый проезд. Давно GMT не было, поэтому будем осматривать его. Здесь не работает ничего, кроме чего сейчас вам покажу. Там впереди два магазина находятся, которые функционируют, в принципе. Парковочка тоже без проблем припарковался. Не забывайте лайк или дизлайк, там как ваша душа шепчет, так и делайте, чтобы хорошо было. За нами тоже вот снимают, я представляю, такой идет кто-нибудь: «О, ты что меня снимаешь?» Он меня еще и сфотографировал, представляет, и говорит: «Ты что меня снимаешь? Ты почему меня фиксируешь во все стороны, там и круговая камера?» Так и живем. По-другому я тоже не знаю, как-то озвучить. В общем, съемка у нас в нашей стране разрешена. Ну, это как бы хорошо, с одной стороны, но кому-то, может быть, и не по нраву. Здесь не подспоришь. У нас светофорная сигнализация здесь установлена. Пятерочка, магнит с той стороны находится. Там также у нас аптеки. В общем, 35 секунд нам надо здесь продержаться. Опа! Вот так вот. Хорошо, что есть кино, возможности быстрых переключений. Единственное, за 17 секунд успеть дойти отсюда до туда, ну просто дойти, мне кажется, нереально. Это надо включать ритм бега. Хорошо, что я так много бегаю, да? И перебежать. Тогда мы успеваем. И попадаем здесь на первый проезд. Здесь у нас тоже ничего не работает. В общем, стабильность. Ну, хорошо, хотя бы в GMT функционируют два магазина. Причем два сетевых, больших, рядышком. Там можно купить продукты и все, что вам только понадобится. Если вдруг вы решили приехать на GMT, это тоже, в принципе, хорошо. Если вы знаете, где на GMT работает, может, какой-то фудкорт, напишите мне, потому что я таких мест не знаю. Зато какая, знаете, вот во всех минусах всегда можно найти какие-нибудь плюсы. Есть тишина, красота, спокойствие. Это неоспоримый, наверное, плюсик данного времени года у нас. То есть, кто приезжает, знаете, есть люди, которые, ну, не надо вот толчья, там большое скопление народу. Многие сейчас этого, кстати, избегают. Вот приехать, снять номер и ходить на море, отдыхать, дышать воздухом морским. Наслаждаться прогулками по пустому Пионерскому проспекту. Магазины работают, то есть если возьмете какой-нибудь там номер с кухни или типа что-то студии, то вообще шикарно, приготовили себе поесть. Будет это стоить крайне недорого. Поэтому на Новый год, ну почему бы не на море, почему бы не Анапа? Мне кажется, было бы неплохо. Вот так, голубое небо, красивые, как говорится, облачки, лужи с отражением их же. И все. Вот все, что я могу сейчас рассказать про GMT. Ну, по-другому тут все закрыто. Просто посмотрите, как тут красиво все закрыли. Ну, то есть можно вот так начать. О, да это прям мечта, слушайте. В сапогах да по лужам. Многие дети сейчас грустнули. Посмотрели с завистью на данного мужчину.
Эх, я тоже иногда ходил в сапогах, сейчас что-то в последнее время их не обуваю, когда море не сильно штормит и получается сухим уходить из воды. Улица песчаная. Смотрим по сторонам, что у нас здесь интересно. Тоже пустые парковки. Сегодня еще понедельник, все по работам разъехались. Наверное, прорвало, да? Да, конечно. Что-то уже тут несколько дней течет. Да, и никто не реагирует? А вы звали? Да, конечно. Уже и звонили не раз. И... Ну, водоканалу так надо. Уже там какие лужи стоят. Сейчас посмотрим. А я думал, это из-за дождя, то, что вот был сейчас пару дней назад. Какой дождь? Уже неделю стоит. Понял. То есть водичка течет, водоканал потом на вас же на всех напишет, скажет, расход. Ну, наверное. И все, и оплатите, и будете жить дальше. Ну, может, улицы моют. Печально. То есть, видите, вызывали водоканал, а идет подмой. Хотя, видите, если перекроют, то будет вообще не айс, наверное, для многих людей. Только мы разговаривали во всем хорошем. Ну, коммунальные проблемы, в общем, они есть всегда и везде. Причем водичка стоит канализационного, ну, это, или водопроводного люка, течет туда дальше. Мы видим, тут ручеек прямо собирается. Ух, летит тут машина у нас. Тоже, наверное, отмывается. Что, водичка бесплатная, чистая. Если вы где-то питались, где-то что-то ели, пили, потому что тут через каждые 5 метров, вообще на самом деле, в летний сезон, куча всяких заведений, гриль-бар, тут, допустим, Ромео, очень много заведений, они здесь скопом находятся, нам будет приятно узнать, где это у вас и что происходило. В данный же момент времени здесь происходит вот строительство, заканчивается строительство данного сооружения. Вот мне здесь понравилось, как люди отступили, все по закону сделали. А здесь как-то умудрились построить прям по красной линии. То есть, видите, у каждого разные возможности в нашем городе Анапе. Ну, я думаю, если бы были какие-то нарушения, здесь бы уже дежурила машина администрации и говорила, ну, так нельзя. А так, по факту, мы видим, что все хорошо, стройка продолжается. Я думаю, к этому сезону ребята уже запустятся, и будет еще одна огромнейшая просто гостиница на Пионерском проспекте в районе первого проезда и улицы Виноградной. Вот это, кстати, Виноградная улица. Тоже вспоминаешь лето, когда тут машины как грибы стоят, не проехать, не пройти. Сейчас такая пустота. Сомнительно. С этой столовой, которая здесь была на первом этаже, меня в этом году сказали, иди отсюда. Иди отсюда. Ну, и мы пошли. Понравилось. Подошли сразу подписчики, говорят, здесь постоянно грубят. Вот такие, понимаете, вот просто сиюсекундные моменты приносят сразу много воспоминаний. Вот там внутри еще что-то будет, походу, двор этой гостиницы. Ну, интересно. И вот они, те лужи, о которых только что мужчина нам говорил. Там, в общем, коммунальные проблемы во всей красе. Вода течет, а где-то ее у нас не хватает, в том же самом Крыму, Геленджике. А у нас вот, пожалуйста. Пожалуйста, ребятки, смотрите, как вода течет. Чистая, водопроводная, хорошая. Эх, ляпота. Несколько дней. Самое прикольное. Ну, по крайней мере, мне радовало, что когда поступали заявки вот от меня в районе моего дома, честно, решалось все в течение дня. Приезжали, отключали и устраняли проблемы. Здесь же, видите, люди уже несколько дней не могут дозвониться, администрация спит, молчит. Но это наша Венеция. То есть, если под правильным углом взять, тут кажется, как будто реки, мостики. Не хватает только гондольеров, которые перекрыли бы данный ручеек. Было бы все имбирно, но пока, к сожалению, имбиря немножко не хватает. Ах, вспоминаю, здесь с правой стороны работал вкуснейший шашлычник. Ну, не шашлычник вкуснейший, а готовил вкуснейший шашлык был там. Вот такой шашлычок. И рассказы моих подписчиков о том, как они к нему подходили, чуть ли там, не бесплатно ели, или потом занесешь. Но это прям восхищает. Ну, есть хорошие люди на земле. Это на самом деле самое прекрасное, что может быть. Потому что не все так плохо, не все совсем потеряно. Здесь у нас такой еще проезд. По идее, дальше должны быть дюны, но здесь появились вот такие вот стройки, настройки. Самое главное, забором обнесли и повесили Анапа. Зимой в Анапе, говорит, вот они, настоящие виды нашего города. Так, мы все ближе. Ну, чем нравится GMT, потому что, ну, вот буквально 8 минут 30 секунд прошел, так сказать, руками помахал, и ты уже на море. Все рядышком, все близко. Все очень красиво. В плане того, что
и в Венеции побывали, и поговорить, о чем нашли, да, то есть обсудить, при том, что ничего не работает. Вот здесь у нас с детками гуляют. Ах, какая жара! Так, пока мы еще на солнце не поймали большую температуру, как оно шумит здесь. 17,2 в тени, друзья. То есть на солнце, потому что гораздо больше. Вот мы там стояли на Пенецком, там 20 с лишним было. А здесь вот по тенечку это все время шел. 17,2. Искать более четкие температурные режимы. Вот вам и люди на пляжах. То есть Тимоте радует. Еще несколько шагов. Честно, вот чистят пляжи. Прям хорошо здесь все выглядит. Меня это очень сильно радует. То есть, ну, приятно приходить, приятно снимать такие видеосюжеты, когда ты выходишь на чистый пляж. Ничто вообще не терзает тебя, я только хочется делиться этой красотой. Отправляю во все ваши города, чтобы было тепло, хорошо вам, классно. Эх. Фантастика! Под крылом самолета. Здравствуй, море! Ох, и сложная у тебя работа, мыть наши берега. Но не забывай, что это делать надо всегда. Итак, давайте 3 минуты отдадимся счастью, морю и этому великолепному звуку. Ну вот, смотрите, на солнце, хотя оно заходит в тучки, уже 18,5 поднимается температура. Сейчас мы с вами, точнее я замолкаю, вы можете там, вау, море, давай, говори, мы тебя слушаем внимательно, давай, делай эти вещи, поднимай нам настроение, или фантастические движения для нас. И оно еще будет звучать своим голосом для каждого, а потом немножко еще поболтаем. Ну что, как думаете, какая температура водички?
Загадывайте, загадывайте. Я жду в чат. Давайте, пишите, пишите. Блин, как оно шумит. Еще солнышко вышло. Сидишь, ты такой, просто фантастика. Я на самом деле готов поделиться. Я думаю, за 15 секунд вы успели написать свой вариант ответа и отправить ее на премьеру. Температура воды 12. И 0,12,1 показывает. Прямо вот так вот. Ну что, каждый город, который смотрит нас сегодня, который готов наслаждаться брызгами волн, я передаю свой огромнейший привет. Честно, вот пока сегодня я спрашивал с утра, хотите ли вы пообщаться вечерком, так сказать, за бокалом пиваса, поговорить о всем, что вас так волнует, на что я так не особо хочу отвечать, все-таки личное в личном, ну, многих, так сказать, интересует моя точка зрения всего происходящего. Почему-то многие удивляются, почему я не грущу там, почему я, как жизнь плоха. Зачем вам это в ваших городах? Сейчас так тяжело. Сейчас каждая улыбка, которая может прозвучать с той стороны экрана, может принести кому-то спасение. Ведь выздоровление от всех этих недугов – это не только, так сказать, какие-то лекарства, какое-то там солнце, море. Это эмоции. В первую очередь позитивные, хорошие, классные. И если я вам буду передавать какие-то свои тяжести в жизни, ведь чтобы это не было, там проблемы и так далее, вам от этого будет немножко не легче. Я искренне всем благодарен за ваши все сопереживания, за ваши все переживания. Вот случилась какая-то такая беда, не беда, я сразу поделился, но это, понимаете, житейское такое, оно все решается. Здесь вот, все то, что происходит, это более духовные, тонкие материи. На них, ну, наверное, стоит, но стоит все-таки поговорить немножко так, чтобы это было атмосферно, не возле моря, потому что море у меня забирает весь негатив. Если у меня какие-то там моменты эти возникают, я всегда прихожу к нему, просто садишься, вот как сейчас, 3 минуты слушаешь, и все проходит. Попробуйте, вот если вас что-то тревожит, просто расслабиться, немножко откинуться и послушать, как оно звучало, перемотайте назад. Если с первого раза не зашло, попробуйте еще 2-3 раза. Я общался с людьми, которые говорили, ай, вот ты фигню, вот эти по 3 минуты моря, которые снимаешь. Я их стал делать сейчас даже немножко пореже, чтобы вообще не было, чтобы это более чувствовал. Потому что когда это каждый день, оно немножко теряется эффект. А когда это вот пореже, человек бац, нечаянно попал, и такой, ух ты, работает, ничего себе. Вот такое вот может быть. Понимаете? Происходят иногда те моменты, которые делают нашу жизнь лучше. А я стараюсь их просто усилить для вас. Потому что я все то, что делаю, делаю для вас, для людей. Я за людей. И всегда буду с людьми от души. С вами был Юрий Азаровский. Надеюсь, что получается иногда как-то достучаться, чего-то сказать. Но если нет, еще все-таки 50 на 50 состоится эфир вечерний или нет. Но посмотрим. Всем пока. С Черного моря. От души полетели.